Нужно признать, что к началу 2000-х годов конструирование и серийное производство гражданской авиации было не то что завершено, прекращено. Практически вся промышленная цепочка была разрушена. И почему? Разрушена, потому что прекратился спрос. Так теперь понятно. Слава богу, у Боинга и Эрбаса не прекратился. Нет, так бы и объяснили. Фактически спрос со стороны заказчиков действительно прекратился. Государство действительно прекратило. Государство прекратило покупку самолетов. Соответственно, вот те комплектующие, а самолет это миллионы и миллионы систем, маленьких систем. В России их произвести было либо очень дорого, то есть можно сделать штучный самолет, либо невозможно в принципе. Я думаю, что вот господин Пантелеев, ну, может как-то прокомментировать, если я где-то ошибся. Но опять же, я считаю, что, ну, я вас ни в чем не убеждаю. Господин адвокат говорит о том, что люди гибнут, а выводы не делаются. И мы пытаемся здесь в том числе при помощи людей, которые прямо связаны с авиацией, сделать выводы, почему это произошло, как этого не допускать.